Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы выполнили задание Дейдрического принца Молога Бага, что ли, как его, я не помню, честно говоря, как его зовут. Но, короче говоря, он дал нам секиру, вот такую. Это было, по-моему, самое веселое задание за всю игру. Секира, кстати говоря, довольно неплохая. Отнимай 25 единиц запаса сил. Отнимай 25 единиц магии. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняет его душу. Ой, ну, заполняет камень душ. Неплохая вещь. К сожалению, ей пользоваться я не буду, потому что у меня бич драконов и бритва, как говорится, Мируноса. Кстати говоря, раз я в этом городе, то... Ой, давайте-ка мы тогда подойдем к местному кузнецу, где он тут обитается. Купим у него эбонитовый слиток и попытаемся... Так, а чё ночь-то на дворе? Блин. Давайте тогда переночуем, что ли, по-быстрому. Часов до 12, пока уже точно все выйдут на работу. Да, у нашего героя яйца и есть. В таком доме ночевать, это, конечно... Это, конечно, да. Так, ну, часик в 15, где-то вот так. Пусть поспит. Заточим наш клинок Мируноса, чтобы он посильнее бил. Он и так, конечно, из скрытности 30-кратный урон делает. Это вообще, по-моему, прекрасно. Но когда я его заточу до максимума, это будет вообще просто очень хорошо. Все. Выходим. Так, ладно. Где тут у вас... Это не оно. Где здесь у вас находится... Самое кровавое украшение во всем Маргарте. Украшение, говоришь? Сейчас я тебе продам. Так. Кера. Тебе нужен подарок для друга? Или красивые вещицы для красоток и красавчиков? Для друга, блин. Ну чё она намекает, овца? Так, вот. Ты... Блин, у меня денег-то мало. Аметист продадим. Да, один гранат. И то не за полную цену. Возвращайся, если понадобится новое кольцо или ожерелье. Где у вас здесь кузнецы? Вот что меня интересует. Хочешь кусок оленины или баранины? Убери свою палицу подальше от меня. Убери, говорю. Какую палицу? У кого-то не все дома. Блин. Ага, хорошо. Хат, это еще что? Гвоздь? Ты это как называешь? В Легионе мы такое называли брак. Посмотри, какой крупный металл. Я... прости. Просто, ну, люди так часто, и я подумал... Что подумал? Что можно пропустить этап? Не разогревать металл как следует? Брак. Делай с самого начала. Суровая. Ну ладно. Тац. Я помощник Горзы. Помогай ей... Подожди. А так ты продаешь, что ли? Нужен новый клинок. Что не так с твоим учеником? С Тацитом, мальчишка-имперец. Я раз за разом учу его обращаться с железом, но он никак не поймет. В Легионе имперские кузнецы читали книги, когда не могли управиться с молотом. Наверное, они так древней мудрости набирались. Если найдешь книгу под названием «Последние ножны Акраша», принесешь ее мне. Тацит явно не из тех, кто может учиться на примере. Да, нет у меня времени на эту ерунду. Честно. Так, что у тебя есть на продажу? Оружие и броня. Две мерзких стрел купим. И... Так. Эбонитовый слиток, отлично. Хорошо. Так, где у нас поточить можно? Ой, только не говори, что у вас нет точильного станка.
Да вы гоните, у вас есть все, кроме точильного станка. Да что ж такое-то? Что ж мне так не везет? Верстак есть. Как насчет доспехов? А, вот. Уф. Так. Тебя, кстати, тоже можно улучшить. До 51. Неплохо. Но мы вот это сделаем. Хорошо. Так, ладно. Теперь, что мы делаем? Убить Херна. Убить нахер Херна. И... Так, убить Лубрука. Один этот в Морфоле. А этот... Полулунная лесопилка. Давайте посмотрим. Хорошо. А полулунная лесопилка у нас где? Ну ладно, давайте пока к Морфолу, что ли, пойдем. Подрежем там одному товарищу. А потом со вторым будем разбираться. Вообще, конечно, надо по сюжетному квесту бы уже дальше пойти. Получить эту способность драконобоя, потому что, блин, ну, каждый бой превращается в натуральную головную боль. Я не то чтобы слабее противника, но мне приходится по 10 минут танцевать подо всяким укрытием, пока он не соизволит приземлиться, я не смогу его убить. По-моему, просто порнография какая-то. Так, ну конечно, ночь. Хотя, в принципе, нам может это поспособствовать. Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься... Так, ты у нас все-таки в этом доме, да, похоже? А это казарма, это не очень хорошо. А это таверна. Кстати, посмотрим, может там алканавт сидит, про который меня уже, наверное, серии 50 просит найти, пытаться с ним бухнуть. Нет, и тут никого нет. Не везет мне на него. Так, как бы мне тебя? Не заметил. Филигранная работа. Не-не-не, уходим без палева. Теперь давайте второго найдем. Я признаюсь, честно, это было тупо. Это было просто смешно. Так, тебя пока выключим, а тебя показать на карте. А ты у нас, значит, вот где. Блин, опять все места далеко от него. Но отсюда придется через озеро переплыть, похоже. Давайте попробуем. В последнее время очень много пользуюсь быстрыми перемещениями. Честно говоря, уже просто поход на квестах сконцентрироваться, просто бродить. Очень многие просят, что пора бы уже на квесты, короче. А то и... очень много наброжений, короче говоря, уходит. У меня опять уже язык заплетается, я уже пятую серию подряд пишу, так что подустал. Я думаю, эта серия будет последней сегодня или предпоследней. Сейчас запишем, и потом в целую неделю можно гулять свободно. Только выкладывать не забывай. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Нам нужно вот сюда. Тут у нас где-то... Вон она, похоже, лесопилка. Поплыли. Дракона слышу. А раз я слышу дракона, то мы сохраняемся и осматриваемся. Вроде спокойно, поплыли.
Интересно, а у меня не показывает, сколько у меня кислорода осталось. А где он? Вот посередине озера, это, конечно, будет вообще прекрасно просто столкнуться с драконом. Но где-то тут он, короче говоря. Я думаю, он сейчас вылетит, и нам придется с ним драться. Так, как мне выбраться? Да, блин. Блин, блинский. Что ж такое? Я не знаю, ты подтянуться не можешь, что ли? Ох уж эти игровые условности. Блин, еще и дракон нервирует. Может, с той стороны попробуем залезть. Хотя там тоже такой же крутой берег, похоже. Представляю, так идешь по берегу своей речушки. И тут такой выплывает весь в черном. А ты-то нам и нужен, как раз оказывается. А, соответственно, сейчас мы запишемся. Посмотрим, куда ты идешь. Штраф добавлен. Нечего увидели. Ну ладно. Так. Какая рядом находится враги? Ну конечно. Пошлите сдаваться, что ли? Тебе лучше успокоиться. Честное слово. Да, да, посмотри. Так, ну по идее свидетелей не осталось. Штраф бы сняли с меня. Ну ладно. Сами, в принципе, нарвались. У меня был контракт только на него, но раз она хочет, я могу ее порубать. Нам не сложно. Братюня там отдыхает. Так. Все, унесло течение, похоже. И все концы в воду, как говорится. Да где этот дракон? Давайте посмотрим, что у вас здесь. Жили-жили синие, тужили. Но тут их кто-то заказал. И пришлось убить. Так, у вас, я надеюсь, есть что-нибудь сладкое. Что-то похоже нет. Печально. Ладно. Где вообще моя лошадь? Варфоломей куда пропал? Так, ладно. Ладно. Пойдемте сдадим квест. Прикольная дверь такая. Хорошо. Еще экран загрузки. Так. Привет, Астрид. Надо поговорить. Помолчим. Слушай, что-то тут происходит.
Не знаю точно, что именно, но мы должны это выяснить. Если мать ночью действительно приказала тебе поговорить со связным, глупо не слушать ее. Думаю, ты согласишься, что Цицерон принес довольно безумие в это убежище. Так что ступай в Лундрут. Это склеп далеко на северо-востоке. Поговори с этим Амоном Матьером. Посмотрим, куда это все ведет. Ха. Понятно. Сейчас, дорогуш. Только... Брат. Только сдадим работу. Добрый день. Так, хорошо. Выглядеть маленькой очень удобно. Никто ничего не заподозрит. Так-то да. Ну что, брутальный Нигра? Гляжу, ты в добром здравии. Неужто встреча с вампиром не состоялась, а? С каким вампиром? Да ты все еще здесь. Что такое? Никак работенка не по зубам. Да наоборот, все готово. Урбук мертв. Чудесно. Я вот что скажу. Хороший бард, мертвый бард. Ох уж мне эти песни и веселье. Твоя обычная плата за работу. И Херн тоже мертв. На этот раз я совершенно серьезен. Одолеть вампира — это сложная задача. Так он был вампир. И если вдруг выпало сомнительное счастье подцепить сангвинари вампирис, не забудь полечиться, а то станешь как наша Бабетта. Если, конечно, это не входит в твои планы, вот денежки. Ха, ну, в принципе, удачной охоты. Вампиры, значит, это были, понятно. Херн. Ладно. Так, ну что? Давайте двинем, куда нас просит Астрид. Я думаю, это будет интересно. Вот сюда. Блин, это, конечно, было страшно, когда в первый раз я залез к ней в гроб, и она засветилась и начала со мной говорить. Я, блин, аж до мурашек. И сразу вспоминается Железная Дева из Амнезии. Когда подходишь, там резко так распахивается. Вот там были, конечно, кирпичи. Было дело. Так, карта. Куда нам нужно? Ой, далеко. И опять пилить каким-то непонятным путем. Но мы пойдем, наверное, от лагеря чистых рудников, что ли? Или отсюда? Блин, даже не знаю. Я помню, вот эта гора, это сплошные геморрой, тут постоянно какие-то тупики. Давайте отсюда попробуем. Так, а это что такое? Похоже на джедайский меч, вернее на глеф, то есть двусторонний такой. Сейчас играю Звездные войны, и поэтому сразу как-то аналогии проскакивают. Хорошо, так, как нам туда попасть? В принципе, вот так и попадем, я думаю. Блин, ну куда уж без драконов. Так, спрячемся пока. Я думаю, он не в состоянии меня заметить. Пусть с ними воюет. Офигенно. Но со стороны, конечно, это прикольно смотреть. Особенно красиво это смотрелось с теми улучшенными шейдерами. Там это вообще было нифига не видно, и редкие вспышки, это смотрелось очень зрелищно. Ну и таким образом, в принципе, тоже. Хотя анимация драконов могла бы быть, конечно, и получше.
Так, там еще есть живые? Судя по всему, есть. Оп. Так, ну чё? Офигенно. Так, один остался или одна, похоже, там. С луком. А потом, собственно, мы с тобой уже доделаем делов. Оп. Осторожно, не надо меня видеть. Так. Хорошо. Ой, я ничего не вижу, но... Ладно, бежим в лагерь. Раз такая тема не пошла. Давай пускайся. Сейчас опять его выцеплять. Ну, блин, это геморрой тот еще. Подожди, ты где? А, на лету опять меня долбанул. Кого ты жжешь там? Давай спускайся. Ох, геморрой ходячая. Уф, так, ну... Вот я не прячусь. С кем он воюет там? А, с гигантом. Он предпочел его мне. Но наконец-то. Давай, дуй. Блин, а как ты сквозь камень-то как? Блин, я после этого ничего не вижу. Ну и, конечно, ты уже улетел. Да что ж такое? И ведь сейчас, если я плюну на тебя, пойду дальше, то ты будешь за мной гнаться и жечь меня, жечь целенаправленно. Поэтому, блин, надо с тобой что-то решать. Типа вот так. Ох, блин, пора получать драку на бой. Давай душу, чё. Так, что у тебя есть? Кости не возьму, нафиг они мне уже не нужны. Мне этих костей драконов на 100 хватит. Так, это я очищал уже. Нам куда-то он... Кто шумел? Кто-то шумел. Нам куда-то он туда надо. Олень. Весь. Опасно. Блин, что-то с оленями сегодня. Так, это оно? Судя по всему, да. Мне нужно увидеть с Амоном Матьером в подземельях Волумдруда, как приказала Мать Ночи. Нужно поговорить с Матьером и выяснить, чего он хочет.
Хорошо. Чую, тут сейчас будут драугры, как обычно. В таких местах с драуграми воевать, в принципе, весело. Гораздо веселее, чем, скажем, с изгоями какими-нибудь. Но при этом, если там будут одни военачальники, то это превратится в попоболь. Посмотрим. Так, а ты что тут присел? Ой-ё! Блин, ты что пугаешь меня? Ой, я вздрогнул, твою мать. Записки Хедика о Волнбруде. А, мне сперва не верилось, что... Но теперь это очевидно. В древних гимнах скрывалась истина. Как там говорилось... Как там и говорилось, барельеф оказался недалеко от входа. Я не сомневаюсь, что он скрывает вход в усыпальницу Квенила. Два ключа должны быть скрыты где-то поблизости. Церемониальные копии легендарных Окина и Эдужа, излюбленного оружия Квенула. Все же я не рискну двигаться дальше без наемной охраны. Подумать только, вождь языков Квенел, возможно, покоится совсем рядом, за толщей камня. Легендарный предок, в существовании которого почти никто не верил, на самом деле ходил по земле. Будь я дважды проклят за собственную глупость, как нелепо было спланировать этот поход. Как нелепо был спланирован весь этот поход. Надо было сразу взять с собой наемников. Впрочем, может, это и ни к чему. Самая обычная усыпальница, ничьих следов поблизости не обнаружено. Едва ли мертвецы, упокоенные 1000 лет назад, будут возражать, если я смотрю здесь немного. Ну да. Кто-то твой скелет тут лежит порванный. Так, ладно. Судя по всему, мы имеем дело с нежитью. Есть ход туда, есть ход туда, и есть ход сюда. Сюда нам, судя по всему, какие-то вот эти вот два ритуальных клинка надо положить, что ли? Или нет? Ладно, давай сначала в боковые ходы сходим. Ох, сколько у вас тут. Но вы все обычные, то есть беспокойные. Особо-то и не страшные. Добрый день! Давай, иди на ловушку. Так, подожди. Ты нас стрелами, что ли, лупишь? Давай, иди ко мне. Ломай меня полностью. Давай. Дебилы. Ломай меня полностью. Давай. Давай. Ты не смог ломать меня. Ты не издевался надо мной. Так, ладно. Ага, вот и я. Подожди. А как же месть? Так он идет за мной сам. Добрый день. Это палач. Я сейчас допантуюсь точно. Так. Панты, это, конечно, хорошо. Пока они не заводят в непонятное. Так, это что? Блин, я думал, это что-то полезное.
Кто-то где-то рядом ходит. Вот сейчас я возьму этот, чтобы там не лежал, я пока не вижу, что тут что-то лежит. И вот отсюда, наверняка кто-то вылезет. И ничего, мы их встретим. Ой, нет. Так. Так, и вот так. Да, я угадал. Езжать. Давай, ты сможешь. Давай. Хорошо. Что-то тут какие-то слабые они. Так, и тем не менее, а вот он лежит, понятно. И второй такой же надо взять, понятно. Смотри, попало. Ну что ж ты какое? Скотина. Так, ладно. Все, короче. Так, ну и во второй проход, я так понимаю, надо идти. А, тихо. Подожди. Вот отсюда я пришел. Да? Да. А, сюда я ходил. Сюда я пойду. Сюда пойду. А что у нас тут? Ладно, со всем этим мы разберемся в следующей серии. Сейчас время подходит уже к концу. В принципе, увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.